Здравствуйте! Какая одежда будет идеальна для 50-летней дамы? Готового рецепта для этого нет, но если вы хотите всегда выглядеть модно и стильно, предлагаем вам классику вне времени. Мы выбрали три вещи, которые должны быть в вашем гардеробе обязательно. Узнайте, что вдохновляет 50-летних женщин. Если вы всегда хотите выглядеть стильно, эти три вещи обязательно должны быть в вашем гардеробе. Они пригодятся во многих случаях и скроют любые недостатки вашей фигуры. Платье-рубашка – популярный крой и идеальный наряд для зрелых женщин. У него действительно много преимуществ. Главное, что он подходит практически любой фигуре. К тому же он идеально ее формирует, подчеркивает талию и маскирует недостатки фигуры, такие как широкие бедра и широкие плечи. Кроме того, такой крой делает шею стройнее. Платье-рубашка – необычайно элегантное изделие и прекрасно подойдет к любому случаю. Это может быть обычная прогулка, встреча с друзьями, семейная встреча или даже свидание. В зависимости от вашего телосложения вы можете выбрать платье-рубашки разной длины. Если у вас массивные бедра, выберите платье длиной до колен, миди или макси. Однако будьте осторожны с длиной до середины икры, так как она может укорачивать ноги и делать икры более крупными. Брюки-сигарилы – это своеобразный привет из 50-х годов. Именно тогда был придуман такой необычайный и интересный фасон, который пришелся по вкусу и мужчинам, и женщинам. Для них характерна длина 7 восьмых и зауженный низ. Сигарилы теперь снова в списке трендов. Их преимущество в том, что они подходят практически любой фигуре. Женщины со слегка выступающим животом могут его замаскировать, остановив свой выбор на моделях с завышенной талией. Дамы старше 50 лет создадут с этими брюками множество интересных образов, от повседневных и элегантных до праздничных. Их часто носят в офисе со строгим дресс-кодом. Также они пригодятся для семейных посиделок, если вы хотите выглядеть стильно. Лучше всего они смотрятся со свободным верхом, например, с широким свитером или свободной рубашкой. Вы можете носить с ними обувь на плоской подошве, например, мокасины или лоферы. Но лучше смотрится обувь на каблуках. Если у вас массивные икры, лучше выбирать обувь на небольшом каблучке. В гардеробе каждой женщины старше 50 также должны быть элегантные жакеты. Стоит иметь несколько, хотя в основе, конечно же, есть универсальные цвета – черный, темно-синий, бежевый или белый. Вы можете сочетать их со многими другими предметами гардероба. Однако одежда для женщин старше 50 лет не должна быть одноцветной и тусклой. Поэтому приобретите жакеты разных оттенков, например, оранжевый, сиреневый, красный, желтый или зеленый. Такие цвета могут омолодить вас. Также можно использовать модные принты, например, клетку. С жакетами можно создавать стильные многослойные луки. Их легко сочетать с рубашкой, элегантной блузкой или платьем. Плюс жакетов еще и в том, что они красиво сидят на фигуре. Чуть приталенный крой выгодно подчеркнет вашу женственность и приблизит линии тела к форме песочных часов. Слушайте наши советы и носите то, что вам нравится. До свидания!